если сирийская оппозиция сложит оружие и сядет за стол переговоров, это оружие сразу же возьмет курдские бандформирования. И пока они сидят за стол переговоров и ждут Асада, курдские бандформирования сделают свое дело. Вот все это время, пока шла война, Турция все время с подачи Америки и Запада ждала решения проблемы. Никак не могла, как бы, вступить вот, как это, на наземную операцию. И все время пудрили мозги, то ли там денег дадим на беженцев, то ли безопасные зоны создадим, но ничего не делается.